Как говорил великий русский адмирал Павел Степанович Нахимов, у моряка нет трудного или легкого пути, есть только один путь славный. В Владивостокском филиале Нахимовского военно-морского училища прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Прозвенел первый звонок для нахимовцев нового набора. С началом учебного года курсантов филиала одного из самых престижных военно-морских учебных заведений страны поздравил мэр Владивостока. В первую очередь, этот день для вас, ребят, которые впервые надели китель с погонами. Помните, что вы вступили в ряды защитников Отечества. Искренне желаю вам решительности, настойчивости и вдохновения на этом пути. Пусть близкие педагоги гордятся вашими успехами. 80 мальчишек-пятиклассников впервые примерили кадетский китель и прошагали торжественным маршем под музыку военного оркестра. С сегодняшнего дня ребята могут гордо называть себя нахимовцами. Анна Дьякова, новости на восьмом.